Опять ты. А ты не рада? Да мне все равно. Ты скоро умрешь. Мой отец сравняет это место с землей. На все готов ради доченьки, верно? Из тебя выйдет отличный директор. Ну-ну. Тебе чего надо? Мои друзья. Я знаю, кто-то жив. Какая разница? Все равно ты их не увидишь. Где они? А ты отца моего спроси. Он будет рад с тобой поболтать. Не сомневаюсь, но я-то с тобой говорю. Дашь верную информацию, я тебя выпущу. Я не знаю, где они. Доступ к записям есть только через мейнфрейм Крюгерсек. Успехов тебе. Уж я постараюсь. Пластик, поможешь проникнуть в штаб Кейсек? Мне нужен их мейнфрейм. Штаб Кейсек? Псы, что ли? Легко. Тогда за дело. Фейд, ты там? Ты сейчас где? У меня новости про Ноя. Он может быть еще жив. Что? Как? Когда? Проверяю информацию. Отлично. Держи в курсе. И мне кажется, пора нам уходить из Черного Ноября. Ребекка с каждым днем все опаснее. Недавно, говорят, казнила в Канаре предателя. Сдается мне потом очередь Изабель Крюгер. Я в этом участвовать не хочу. Да, скоро мы уйдем. Thank you.
Ха-ха-ха.